Всем привет! С вами Катя, и вы на моем канале о йоге. Спасибо всем за то, что подписываетесь, смотрите мои видео и практикуете вместе со мной. Сегодня я подготовила для вас мини-практику. Давайте начинать! Встаем на конец коврика, закрываем глаза, делаем несколько вдохов и выдохов, настраиваемся на практику. Стараемся отпустить свои мысли и полностью прочувствовать свое тело. Левую руку вводим вверх и ставим ладонь между лопаток. Правой рукой беремся за левый локоть. Чувствуем приятное вытяжение, дышим плавно и глубоко. Теперь начинаем разминать нашу правую стопу. Поднимаем ее на носочки и медленно опускаем. Делаем несколько круговых движений стопой в одну сторону, затем в другую. Отлично, теперь опускаем руки вниз и меняем их положение. Правую ладонь кладем между лопаток, а левой держимся за локоть. Тянемся грудью вверх, чувствуем, как приятно растягивается наше левое плечо. Теперь также подключаем левую стопу. Начинаем поднимать ее на носочки. Следим, чтобы колени и щиколотки при этом не подворачивались внутрь и не выпадали наружу. Добавляем немного круговых движений стопой в обе стороны. Опускаем руки, уводим их в замок за спиной. Грудной клеткой тянемся вверх. И обе стопы начинаем поднимать на носочки. Стараемся не потерять баланс. Шея вытянута, плечи раскрыты. Не прижимаемся плечами к ушам. Отсюда немного сгибаем колени. Опускаем корпус, руки все так же держим в замке и тянемся ими вверх. Останемся здесь еще на несколько циклов дыхания. Хорошо. После этого ставим руки на коврик и понемногу начинаем выпрямлять колени. Настолько, насколько это возможно. Теперь немного выпрямляем корпус, ладони переводим на голени, выпрямляем спину. И снова опускаем руки вниз. Продолжаем в динамике еще несколько раз. Теперь остаемся внизу и отсюда шагаем руками вперед. Переходя в собаку мордой вниз. Здесь немного пошагаем, сгибая поочередно колени. На выдохе поднимаем правую ногу вверх, сгибаем ее и шагаем правым коленом к вашей правой ладони. Усаживаемся, вытягиваем левую ногу. Таз закрыт, обе повздошные косточки направлены вперед. Здесь немного посидим, почувствуем эту асану. Если вам хочется, можно медленно согнуть локти, поставить их на коврик и опустить на них лоб. Слушайте свое тело и старайтесь делать только то, что комфортно вам.
Медленно поднимаемся, разворачиваемся влево. При этом правая нога остается согнутой, а левая вытянутой. Можно прикрыть глаза, немного расслабиться, сделать несколько вдохов и выдохов. Отсюда руками начинаем шагать к левой стопе, вытягиваемся, стараемся ничего не перетянуть, все должно быть максимально комфортно. Поднимаемся в центр, уводим правую руку назад, левую поднимаем и кладем на правое колено ладонью вверх, уходя при этом в мягкую скрутку. Следим за тем, чтобы ваши плечи были опущены. Направляем взгляд назад. Возвращаемся в центр и поднимаемся в собаку мордой вниз. Здесь снова немного пошагаем, поразминаем свои стопы, носки. Делайте то, что просит ваше тело. Сейчас мы будем проделывать все то же самое с левой ногой. Поднимаем ее вверх, коленом шагаем вперед. Мы в позе голубя. Следим за тем, чтобы голень была параллельно краю коврика. Можно также задержаться в этом положении или согнуть руки и положить на них лоб. Здесь чувствуем, как раскрываются наши тазобедренные суставы. Чувствуем приятное вытяжение по всему телу. Поднимаемся вверх и отсюда разворачиваемся в правую сторону. Я поменяю позицию, чтобы вам было лучше меня видно. Садимся, прикрываем глаза. Дышим мягко и глубоко. Никуда не торопимся, наслаждаемся этим моментом. Теперь медленно шагаем руками к правой стопе. Находим для себя наиболее комфортное положение. Чувствуем вытяжение задней поверхности бедра. Поднимаемся в центр и уходим в скрутку. Левая рука за спиной, правая на колени, ладонь смотрит вверх. Разворачиваем корпус через левое плечо. Отрываем плечи от ушей, смотрим назад. Отлично. Теперь обе ноги вытягиваем в стороны. Садимся в комфортную для вас позицию. Нигде ничего не должно тянуть. И отсюда начинаем мягко наклоняться к правой ноге. Каждый раз стараюсь уйти все глубже и глубже. Продолжаем делать в динамике. Последний раз поднимаемся. И разворачиваемся к левой ноге. Мягко ладонями шагаем к левой стопе. Продолжаем шагать еще несколько раз. Поднимаемся.
И отсюда уходим в центр. Тянемся вперед за руками. Также делаем это в динамике. С каждым разом вы можете почувствовать, как ваше тело позволяет уйти вам все глубже и глубже. Собираем ноги вместе, удобно усаживаемся на коврик. Руками держимся за носочки, вытягиваем спину. Если вам так некомфортно, можно оставить руки на коленях, либо на голени. Поднимаем руки вверх, делаем глубокий вдох и выдох. Отсюда медленно укладываемся в шавасану. Закройте глаза, дышите спокойно через нос и с каждым выдохом расслабляйте свое тело все больше и больше. Внимание на лоб, разгладились морщинки на лбу, уходят тяжелые мысли и заботы. Лоб чистый, гладкий, как у ребенка, и расслабленный. Постепенно расслабляем все лицо, расслабляем шею, позвоночник. Расслабляем грудь, поочередно расслабляем обе руки, пальцы, расслабляем живот, ноги, стопы. Мы полностью расслаблены. Сейчас подвигаем пальцами рук, пальцами ног, возвращаемся в свое тело, делаем несколько вдохов и выдохов. И когда вы готовы, можно медленно открывать глаза и заканчивать практику. Спасибо всем большое, спасибо за эти прекрасные 10 минут. Я надеюсь, вам понравилась эта практика. Увидимся на следующей неделе. Пока-пока!